Так, Венера. Венера, 12 сентября 2023 год, 5 часов 37 минут по Киеву, в Запорожской области, возле города Орехов. Похоже на Луну, да? Но нет, я вам гарантирую, это Венера. Вот это я, увеличение 125 крат, оптический зум. Еще и 4 цифрового. Это я увеличиваю выдержку. У нас вот такая засвеченность получается. На улицу уже смотрим, сейчас будет. Фазу запомнили Венера, да, как у нас улыбочка чеширского кота в чистом виде. Опа! А это у нас что? Это у нас та же самая улыбочка чеширского кота, но в исполнении Селены, Луны. Ну вот я ее на полную выдержку поставил. Видно даже, ну мне на экране видно неосвещенную часть Луны. Ребята, ну там плоскоземельщики вот эти вот, которые меня что-то начали атаковать. Это не Земля отбрасывает тень на Луну или на Венеру. Да, Земля же не может одновременно отбрасывать одинаково и на Венеру, и на Луну тень. Вот вам, пожалуйста, это просто освещена Луна снизу солнцем. Нет, этот смайлик. Это лучший смайлик в моей жизни. Пускай проползет немножечко сквозь кадр наша красавица. Ну совсем чуть-чуть, много времени не могу уделять. Скоро на дежурство в наряд. И в общем-то, ну разве мне поднял настроение, не знаю как он этот смайлик. Уменьшил выдержку, играю с резкостью. Ну вот когда видно затемненную часть Луны. Хорошо, сейчас уменьшаю зум. У нас появляется вот Венера. Вот там на горизонте, видите, за подсолнухами видно, что рассвет у нас с той стороны. Вот мы. Как сами хотите, так и считайте. Две улыбки чеширского кота или два смайлика. Ну смотри как. Линия терминатора. Линия, где встречается тень и свет, это линия терминатора. Давай сейчас в сторонке слева буду держать этот смайлик, пока справа не появится смайлик. Запомнили, да? Малеха перекать с обочины, улыбочка, потому что солнце у нас чуть-чуть левее. И вот Венера. Венера в 55 миллионах километрах от нас. Это довольно близко. Для нее она бывает от 37 до 260, по-моему. Так, ну здесь я, наверное, не резко, здесь я уменьшу выдержку, чтобы не засвечивало. Видите, темнее стал экран, прибавилась контрастности. Да ты смотри, я прям даже попал. Смотри, все, не трогаю камеру. Вот такая же улыбочка. Давай еще, наверное, уменьшу выдержку, чтобы она совсем тускленькая стала. Убег.
Сейчас я хочу, вот все. Я максимальный зум сделал, отошел от камеры. И сейчас просто вращение Земли и движение Венеры вокруг Солнца. Сейчас Венера, условно говоря, между Землей и Солнцем находится. И чуть-чуть правее. Вот ее сбоку так освещает Солнце. Вот я сейчас, чтобы было понятно, выдержка такая. Сейчас более темное небо будет. Обратное зумирование делать. Сейчас появится Луна. Таким же смайликом. Луна, давай, я на тебя рассчитываю. Где ты делаешь-то? О, вот она. Видите, как темно? Это исключительно выдержка. Вон, вообще увеличила, она вообще исчезла. Вот я. О, смотри, как красота. Nikon Coolpix 5000. Милости прошу. На ходу во время видеосъемки прямо. Разве не красота? На фоне подсолнуха. Вот наши две красавицы. Ну давай сейчас зумирую, что-то я опять нет у меня навыков короткие дубли снимать. А надо. Увлекаюсь, зараза. Ты посмотри на нашу красотень. На этом смайлике, я думаю, и завершим. Всем хорошего настроения и дня добрым людям.